board has sanctioned Eric Soder's for termination. After Colorado, we did some digging into Soder's private affairs and discovered that he has been fast-tracked for critical heart surgery at the hyper-exclusive Gama Private Hospital in Hokkaido, Japan. Such a display of power has Providence written all over it. Soder's, who suffers from a rare condition known as situs inversus, where his internal organs are reversed, desperately needs a right-sided heart transplant and has clearly betrayed the ICA to get it. He was admitted last night and is currently being prepped for a 3-day surgery. We have booked you into Gama under the usual guise of Tobias Reaper, corporate shark, here for a standard medical checkup. As such, you will need to play it by ear and procure whatever tools you need to complete the mission. You also need to eliminate Yuki Yamazaki, a Tokyo lawyer who works for Providence. Soder's has already given Yamazaki access to our client records and has agreed to provide a full list of active ICA operatives post-operation. This transaction cannot be allowed to happen. Soder's must pay for his treachery, and his insidious employers must be taught a lesson. ICA's sovereignty is at stake. Powerful as Providence may be, we need to draw a line in the sand. I will leave you to prepare. Добрый день, с вами мисс Апаш, и сегодня я покажу полное прохождение миссии «Транспозиция органов» в Хоккайдо с выполнением испытания «Хладнокровный ковбой» с рейтингом «Бесшумный убийца». Для выполнения этого испытания нужно устранить Юки Ямадзаки, замаскировавшись под Амоса Декстера, выполнить миссию с устранением всех целей, в том числе Эриха Содерса, и скрыться на снегоходе. Я покажу два варианта. Первый вариант подходит тем, у кого не открыт 20 уровень мастерства. И здесь начальная точка у нас в номере агента. И, соответственно, нет никакой доступной экипировки. Первым делом я забегаю в ванную комнату и беру ножницы. Нам просто нужен какой-то предмет, чтобы его можно было бросить, привлечь внимание. Я выбегаю из номера и поворачиваю налево. И это как раз номер Амоса Декстера. Зайти я туда не могу. У меня должна быть соответствующая маскировка. Или электронный ключ. Поэтому мне нужно дождаться его. И когда он будет выходить, я зайду в номер. Вот он выходит. Я быстро захожу, бросаю предмет и прижимаюсь к стене. Амос возвращается, и как только дверь закрывается, я его могу душить. Тело нужно оттащить, чтобы когда я выходила, никто его не заметил. И меняю маскировку. Теперь я подготовлена к убийству Юки Ямадзаки. Но первым делом я буду ликвидировать Эриха Содерса. И сейчас я выбежала на улицу. И тут есть достаточно короткий и безопасный путь к сердцу Эриха Содерса. Я спускаюсь по трубе и запрыгиваю в окно. Беру пульт управления от нейрочипа в мозге куратора, который поднимает и снижает настроение. Но вы можете им не воспользоваться. Я предложу два варианта, и вы выберете для себя, что для вас будет интереснее или проще. Здесь я быстро пробежала мимо патологоанатомов. А здесь я сохранилась. Тут будет два подварианта. Первый подвариант, когда я активировала пульт управления, и настроение у куратора повысилось. Этот вариант более надежный, но занимает в два раза больше времени, чем следующий подвариант. Здесь я
Сначала спряталась за одной спиной, это чтобы меня не заметил патологоанатом, и переместилась за другую стену. Когда он ушел? Потому что меня чуть-чуть слегка заметили. А сейчас я дожидаюсь, когда выйдет охрана из хранилища сердца, куда зашел куратор. И я быстро забегаю туда и душу его. Тело прячу тут же в шкаф. И теперь могу заняться сердцем. Все. Теперь у Эриха Содерса шансов нет, поэтому он ликвидирован. И второй подвариант. Я сейчас загрузилась там, где сохранилась, но не активирую чип, а забегаю в комнату охраны и душу охранника. Здесь то можно также отключить камеры слежения, но на моем пути никаких камер не будет. Я забираю его пистолет, прячусь за стендом, и здесь обязательно сохранитесь, потому что с первого раза можете не попасть. И стреляю в сердце. Желательно, чтобы был всего один выстрел. Иначе может подняться тревога и набежать охрана. А сейчас я поднялась по лестнице, тут же рядом. И прямо дверь, где я могу увеличить температуру в сауне. Мне нужно, чтобы до прихода Юки Ямадзаки все вышли из нее. Только тогда она туда зайдет. Они выходят не сразу. Поэтому нужен небольшой запас времени. Ну вот, выходит один. Выходит второй из сауны. И теперь Юки Ямадзаки заходит туда, а охранник ее уходит. И ее можно блокировать там. Все. Юки ликвидирована. И теперь мне осталось только покинуть миссию на снегоходе, который как раз находится тут рядом. Я пригнулась, потому что меня может заметить охрана, и покидаю миссию благополучно. Таким образом, испытание «Хладнокровный ковбой» выполнено. Подвариант с выстрелом в сердце занимает в два раза меньше времени, но могут быть сложности с попаданием в сердце с первого раза, что очень желательно. Ну а за выполнение испытаний вы получите полярный костюм для выживания. И второй вариант прохождения – это для тех, у кого открыт 20 уровень мастерства. И здесь можно с собой взять любые предметы. А я с собой беру снайперскую винтовку в кейсе и взрывающийся мяч для гольфа. Я тут же достаю снайперскую винтовку, забираю кейс, он мне нужен. Им я собираюсь оглушить Амоса Декстера, чтобы он не успел уйти. А тем временем я стреляю рядом с фуникулером дважды. Это нужно для того, чтобы была объявлена эвакуация, и Юки Ямадзаки села в фуникулер. А я тем временем перемещаюсь в номер Амоса Декстера. Мне все равно нужна его маскировка. Переодеваюсь.
И у меня как раз было 45 секунд, когда я могу ликвидировать Юки Ямадзаки. И я стреляю в верхнюю часть фуникулера. Достаточно одного выстрела из снайперской винтовки. Если использовать пистолет, тут больше проблем. Но я оставляю винтовку и теперь собираюсь заняться Эрихом Содерсом. У меня бомба в виде мяча для гольфа. Тут нужно, чтобы предмет не вызывал подозрения. И достаточно поближе подойти и бросить в стекло. И вместе с этим Эрих Содерс ликвидирован. Ну а теперь мне снова осталось только покинуть миссию, поэтому я направилась снова на горячие источники, чтобы через них спуститься уже к снегоходу. Все, таким образом вы увидели второй вариант прохождения, когда доступен 20 уровень мастерства и с собой можно взять любые предметы. Этот вариант, конечно, гораздо быстрее. Ставьте лайки и подписывайтесь. Удачи!